Всем привет, друзья! Для приготовления этого вкусного салата вначале ставим разогреваться сковороду и вливаем в нее 2 столовые ложки растительного масла. Тем временем небольшим кубиком нарезаем 2 лука. Натерла свеклу, а получается очень вкусно. Рецепт легкого салата из свеклы, который очень часто готовлю в своей семье. Очень вкусный, давно забытый рецепт. Сытно, просто и вкусно. Любимый салат моей семьи. Приготовьте этот салат из свеклы за 5 минут. Очень часто готовлю салат из буряка зимой и осенью. Знаменитый очень вкусный салат Барби. Отправляем лук в сковороду. Добавляем 1/3 часть чайной ложки сахара. Добавляем 1/3 часть чайной ложки соли. И черный перец по вкусу. Перемешиваем и обжариваем на умеренном огне до золотистости. Тем временем очищаем отваренную до готовности свеклу. Периодически лук перемешиваем. Теперь свеклу натираем на крупной терке. Салат из свеклы – это не только вкусно, но и очень полезно. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на скорую руку. Можно подать как в будний день, так и к праздничному столу. Отправляем свеклу в миску. Теперь очищаем 4 отваренных вкрутую яйца. И нарезаем довольно крупным кубиком. Добавляем яйца к свекле. Также довольно крупным кубиком нарезаем 150 грамм маринованных огурцов. Отправляем огурцы в миску.
Добавляем остывший лук. Мелко нарезаем пол пучка укропа. Добавляем в салат. Добавляем 1 столовую ложку майонеза и 2 столовые ложки сметаны. Хорошенько перемешиваем салат. Накрываем салат пищевой пленкой и отправляем в холодильник настояться на полчаса-час. Натертая свекла просто и вкусно. Идеальный рецепт свекольного салата. Каждые выходные моя семья с удовольствием ест это невероятно вкусное блюдо. Салат Барби из свеклы – самый известный салат из свеклы в этом году. Беру свеклу и готовлю салат за 5 минут. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Съедят за минуту. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник. Улетный салат, который готовится за считанные минуты. Можно подать на обед, легкий ужин, в качестве перекуса и к праздничному столу. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока!